Перед тем, как получить удостоверение, молодые люди выслушали наставления и советы сотрудников ГИБДД и получили своеобразные памятки с законами дороги. На ваши плечи ложится большой груз ответственности. То есть вы сейчас, как водитель, будете отвечать не только за себя, а также за пассажиров, которых вы перевозите, за пешеходов, которые переходят проезжую часть. Хочу привести статистику, что с начала текущего года на дорогах нашего города произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, как раз по вине молодых водителей, свежеиспеченных, так сказать, водителей. В результате этих дорожно-транспортных происшествий 17 человек получили травмы различной степени тяжести, и один человек погиб на месте ДТП. Основными причинами ДТП стали превышение скорости, проезд перекрестков при выполнении поворота налево или развороте, а также непредоставление преимущества пешеходам. На сегодняшний день в Ленинске-Кузнецком более 40 тысяч зарегистрированных транспортных средств, и с каждым годом это число растет. А следовательно, увеличивается интенсивность движения. Поэтому от автолюбителей требуются более глубокие знания правил дорожного движения и практические навыки вождения. Трудности, может быть, с какими-то кому-то приходилось сталкиваться при обучении правил, при достижении навыков управления. И сегодня мы получаем заветное водительское удостоверение, которое дает вам право самостоятельно, без присутствия инструктора, уже управлять по нашим дорогам. Сотрудники отдела ГИБДД считают своим долгом довести до молодых водителей, что главное не просто удачно сдать квалификационный экзамен, а соблюдать дисциплину ежеминутно, являясь участником дорожного движения. Нужно понимать свою ответственность за жизнь и здоровье других людей.